новой рубрике «Хочу сказать» мы узнаем у саровчан, как с пользой провести майские праздники и где они их будут отмечать. Пойдемте. Как вообще можно отметить майские праздники? Ну, я бы посоветовала 11-классникам с друзьями погулять, потому что экзамены, итоговое сочинение вот только написали. Вот. Ну и вообще провести с семьей можно, природе, потому что хорошая погода, даже надо ловить такой момент. Хотели в Калининград на конкурс. Ну какой конкурс, рассказывайте. Ребенок должен выступать. Детки будут петь, танцевать. Да. А мы будем отдыхать. Смотреть на янтарь. А вообще, что можно делать в майские праздники? Конечно, ходить на пикник, отдыхать, проводить время с самыми близкими, конечно, родственниками. Посвятить самым близким людям. Ну и природе, да. Да. Ну, я думаю, что людям бы неплохо было выполнить свои дела какие-нибудь, которые они не успевали сделать во время рабочих дней. К тому же праздники у нас большие, можно спортом заняться, повеселиться, закупиться, как говорится. Вот. Ну, может, кто-то съездит куда-то, захочет. Ну, не так уж, конечно, их много. Вот, лететь никуда не собираемся. Ну, скорее всего, что, конечно, съездим на дачу. И главное, что праздник будет великий, большой, Пасха. 2 мая, естественно, что будем на службе. Вот, потом, конечно же, будем праздновать. Вот, и, скорее всего, что поедем на дачу, если, конечно, будет тепло. Вот, потому как давно там, ну, практически год там не были, и, естественно, хочется посмотреть, что там будет расти. С педах кататься, конечно же. Сходить на дачу к родственникам. Поесть мороженое. Поесть. Я на огород. А что там хорошего на огороде? Все хорошо там. Сейчас все просыпается, все растения, так, листочки. Там нужно почистить уже, вот, наверное, к маю уже все подсохнет. Сейчас еще грязно. Дача. А что там на даче, расскажите? Ну как, посмотрим, еще не были. Посмотрим, растаял ли снег, вылезли ли цветочки. Посмотрим, барвинок, может быть, уже цветет, если будет тепло. Что-то так планируете сажать новое? Новое? Нет, нет. Помидоры, огурцы, стандартный набор. Тыквы. А я в эти майские праздники планировала улететь в Турцию. Но так как границы закрыты, буду отдыхать здесь, загорать на этой лавочке.